если б ты Камрада зарезал или Мишу. Или спирита. А теперь попробуй Камрада. Можно. Вот Камрада, да. Камрада того зарезать это. Или он утилизера. Утилизер сейчас зайдет, да? Порежь утилизера, тогда тебе медальку выдадут. Муса 100 рублей скинет. Мне кажется, что Камрад какой-то мясник уже стал. Он всегда был мясником. Это как Муса говорит, пора тут это прозвище давать, давай Нирване прозвище придумаем. Говорю, давай, будет этим паштетом. Грязает все время. Слышите, стой, да, тормози. Секунду, вопрос, ребят. У меня, короче, что-то на ютубе, видосы, которые я воспроизвожу, квадратиками, понял, иногда. Это потому, что не хватает производительности. А чего производительности? Ну, сыпется, это значит ошибки. Это вот что может быть, драйвера видеокарты или Adobe Flash Player? На! Дрова обновил, вчера они исчезли, сегодня опять пошла херня. А ты как, значит, ты сразу, ты на диск пишешь или трансляцию делаешь? Нет, ты не понял, любое абсолютно видео уже. Я думал сначала мое только, а я сейчас зашел в YouTube. Это значит, когда скачиваешь, часть информации теряется. Я не скачивал, я в онлайне смотрю. Ну вот ты когда смотришь... Ошибки. Значит, интернетом, да? Да, ошибки во время передачи. В принципе, я понял. Значит, мне надо оплатить. Я просто не всегда вовремя оплачу. Ой, блин. Есть у меня подозрение, что туда в батлу тебе лучше не заходить. Сейчас проверим. У кого-то есть шанс. Ну, я недолго. Я сейчас буквально карту 2 и налоговую свалю. Ну, я удивился, честно говоря, что ты будешь. Так, с вас обязательно просмотр видоса, потому что мне важно ваше мнение. Кстати, там и видосик, сама вчера битва нормальная получилась. Я не знаю, думал, может нарезать кусками, то он такой нудноватый. Да вот, да, как бы, я тоже такой бы. Но опять же, с одной стороны, и надо, а с другой стороны... Одни нарезки, знаешь, как вот эти сбрасывают видео, где он вообще ну побольше, всех убивает, убивает, убивает. А вот именно какими-то сюжетными надо. Нарезки хорошо под веселую музычку. Заходит отлично. Ну да, 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 понятно. Да откуда вы там лезете все? Ну как бы, чубака на втором месте. Что за херня, это Камрад? Рад за него. Что чубака на втором месте. С нами, что ли? Я только зашел, блядь. Только подбежал к дому, меня уже выскочили, порезали, блядь. Че, что за наверное. Камрад, наверное. Новенький. Да он всех режет. Блин, мясник. Он мясник. Шадоу файтер. Ты видишь, как нас давят тут. Ох, постал уже дезертирует. Дезертирует. На самом деле оббегает, но... Наш? Спина ему дезертирство. Пулю. Где моя пушка, блядь? Ну, но... блядь, мне тут ноутбук мешается. Ой. А ты суициднулся тут? А, или тебе Густав прилетел? Не Густав. Я думал, ты тут суицидом занимаешься. Бедный жулик, да, бедный жулик, что-то его сегодня тут. Ничего себе. Постелы, у меня не резать, а пристрелить, побоялся. Да. Может, у него рука устала. Ну да. Нирваны на него нету. Ты Нирвана зашел? Нирвана, кодовое имя Мохнатый. Я ему такой, привет, Мохнатый. Он такой, ха-ха-ха. Нирваны нету. Там с облегчением типа вздохнул. Да, нету, есть Скайн. У Скайна был. О, Миша. Вот пристал. Когда ты сам к нам идешь, что я тебе пристал? Я сижу, никого не трогаю. Конечно, вылез там. Сейчас тебе
летит. Колбаса. Давай, летит. Так это не... Ага, вот ты. Да там уже кричат. Ах ты! Мне прилетела колбаса наоборот. Не туда колбасу отправили. Ладно, сейчас исправлюсь. Давай. Много колбасеров тут, знаешь, не просто. Кстати, я заметил. Замешкаешься, и тебе уже колбаса летит. Диана Луков какая-то. Ой, как хорошо. 2x сразу. Один к другому подбежал и по головам им. О, 61 рост не за нас. А то вот когда, ну, наверное, этот... Тут-тут-тут. Лёша был с нами там, 61 рост. Ты кто? 61 рост, блин, там вообще прятался как... Да как куфли, которые не нашли вообще. Пусто, ну, вот что-то есть. Да слух нет. Не попадешь еще к тебе. Блин, разбежаться даже не дали. Бандюги. Не дали убить. Задали в лицо. О, молодец. Там еще. Сзади. Вот он. Ох, какой молодец. Вот он. Я знаю, я какой молодец. Только надо мне аптечку еще. Я знаю, что я медик неплохой, так. Иду за помощью. Опять привет. Свои, да как вы меня забрали? Давай, вот еще. На. Давай. Ну еще бегу. Вот она лежит. Вот Димку режут. Угу. Че там притих? Да я, блин, еще не разыгрался, ни хрена еще не понять, что тут происходит, блин. Где противник, блин. С какой стороны, блин. Все. Блин, там снайпер сидел, где ты там, где я тебе аптечку бросил, там снайпер сидел на крыше. Ну ничего. Снайпер может.